Тамбовские промышленники планируют организовать совместное производство с болгарами. Сегодня в Тамбове прошла бизнес-встреча представителей индустриальных сфер Тамбовщины и Болгарии. Стороны обсудили возможность создания предприятий по производству грузоподъемной техники. Впервые о сотрудничестве с зарубежными коллегами заговорили на Покровской ярмарке. По мнению специалистов, индустриальный рынок сегодня диктует необходимость создания подобных предприятий. Поэтому наша задача органов исполнительной власти, институтов развития принять серьезные меры по быстрой локализации этого производства, простимулировать в виде господдержки быстрый старт этого предприятия и разместить его на одном из индустриальных парков Тамбовской области. Необходимо только желание капитал. Как в любви встретится интерес капитала, желание государства наличное, я думаю, что может и реализоваться этот проект. Сегодня на базе Центра по поддержке экспорта болгарским гостям презентовали потенциал Тамбовской области. Напомнили, что Тамбовщина – лидер по инвестициям в валовом региональном продукте. По словам представителей Болгарии, их также привлекают грамотные технические кадры, что создает хороший потенциал для развития индустриальной базы.